Таким флешмобом дети садика номер 2 открыли эстафету по безопасности дорожного движения. В соревновании участвуют 10 мам и 10 педагогов детского сада. Первое задание – на скорость. Водители должны успеть забрать всех пассажиров из своей команды и довести до финиша первыми. Следующее задание – теоретическое разгадывание загадок, а дальше только практика – проход подземных переходов. В следующей водительской эстафете, пусть и не в настоящих машинах, одно серьезное условие – перед поездкой нужно пристегнуться. Кто-то забывал пристегнуться, а кто-то доезжал задним ходом, но это только развлекательное состязание. Сами мамы, почти все настоящие водители в реальной жизни, о правилах не забывают. Гузель Хусаинова за рулем 10 лет на соревнования, за нее болел сын Айрат. Да, стараемся, конечно, соблюдать. Как говорится, береженного Бог бережет. Победители эстафеты – команда педагогов. Разница с командой родителей – всего 1 балл. Но дипломы достались всем, и подарки тоже. Книжка. В этом мешочке дождевик светоотражающий, да? По статистике, за начало 2021 года в ДТП погибли 4 детей. Такие эстафеты прежде всего напоминание взрослым о том, что главная ответственность за безопасность маленьких пассажиров только на них. С 17 по 30 марта ГБУ «Безопасность дорожного движения» проведет профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Со школьниками проведут встречи и беседы на тему безопасности на дорогах. Рината Саидгараева, Булат Усманов, новости Юго-Востока.